В ночь на субботу на трассе в Вилюй между селами Магарас и Бердигистях столкнулись две машины. Есть пострадавшие и жертвы. 23 января около 9 часов вечера на 142-м километре Хат-Вилюй, в 40 километрах от поселка Бердигистях, водитель 1981 года рождения, управляя автомашиной Mitsubishi Fuso, двигаясь со стороны поселка Бердигистях в сторону города Якутска, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с автомашиной Toyota Hiace, которая двигалась во встречном направлении. В результате столкновения погибли 3 человека, в том числе один двухгодовалый ребенок. 3 человека получили травмы.